Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы посмотрим на новую модификацию от Social Media Live Production. Называется «Как достать соседа хардкор Reloaded», ну или «Хардкор перезапуск» на русском, переводе на русском языке. Короче, много чего, это перезапущенный типа хардкор. Мы с вами смотрели в прошлом году на модификацию хардкор, и сегодня... Вот месяц назад я немного опоздал с этим роликом, его следовало делать месяц назад где-то. Ну и я только сегодня узнал про эту игру, поэтому сегодня мы и будем ее смотреть. Короче, вот появилась интересная вещь, что добавилось в изменениях. Перезапуск добавляет следующее. Больше хардкора мысли соседа не будут видны, как это было в демо-версии. Разнообразие. Музыка была изменена, звуки криков изменены тоже. Интерфейс. Два новых скрытых уровня в последнем модовом сезоне. Секреты пасхалки. Добавлена кнопка рестарта. Нажмите R. Полезно, если вы затупили и попали в ловушку. Проект переименовался в Reboot на перезапуск. Так как слово Reboot значение немного неправильное в контексте. Конечно. Так, ну, главный хозяин это... А, это не Social Media Live Production сделала, извините меня, пожалуйста. Это сделал вот этот вот кот Борис. Они в группе просто опубликовали эту модификацию. Вот такие так вот выглядят настройки. Здесь управление написано. Давайте музыку сделаем тише. Я готов к аду. Ну, в общем, как вы в курсе, просмотр смерти в обычном был хардкоре. Просмотр смерти его скоро убьют. Слушай внимательно, это тренировочный уровень подготовительной лаборатории. Просто смотри, подсказка. А здесь тебя ждет... Не знаю что, не пробуй. Поскольку Вуди будет умирать. Чего ж ты ждешь? Запускай, тренируйся. Давайте посмотрим, почему бы и нет. Но я и так в курсе, что сейчас будет. О, господи, какой кровавый экран. Интерфейс не то чтобы сильно изменился. Ему пририсовали кучу всяких... Ха-ха-ха, обалдеть. Вот это анимация, блин. Вы посмотрите на эту рожу. Офигеть. Ладно, давайте смотреть уже на какие-нибудь уровни. Конечно, я вижу, что у нас времени совсем мало, но давайте с мясного пирога начнем. Потому что он более-менее проходимый. Для меня имеет собрать в состояние, каким образом двери в доме Ротвиллера то пропадают, то меняются местами. Впрочем, не буду это обсуждать с тобой, это крайне осложненное здание, теперь тебе придется не сладко. Я почти уверен, что в этот раз наш сатанист тебя настигнет и уничтожит. Не стану этого скрывать, ты, Вуди, постарайся. Сюжет тут, короче говоря, тот же. Просто сама игра поменялась, немного обновилась, можно сказать. Вот такой вот заставка. О, у нас ключик в инвентаре появился. Да ладно, вы что, издеваетесь? Собака здесь. А. Он спит и нас не слышит, да? Ладно, давайте спрячемся тут. О боже, и что нам делать? А это я сейчас на рестарт, короче, нажал, и типа... Короче, это вообще жесть какая-то.
как этот уровень пройти, вообще фиг знает его. Я вам хочу сказать, что эта версия непроходимая, походу, совершенно. А, тут разные анимации, что ли? Обалдеть. Вот как это проходить, я вообще понятия не имею. Здесь спрятаться-то негде. Было бы где спрятаться, понятно было бы. Ладно, давайте... Ладно, давайте первый посмотрим. Я смотрю, тут он ночной. Он ночной, и видно, что здесь нет типа света, правда, двери все равно. Да, спрятаться нельзя. Спрятаться, видимо, можно только здесь. А, то есть под ковром я должен что-то найти. Зачем пулю для дробовика? Ха-ха-ха, вот где клей, оказывается. Подвох, подвох. Так, давай. Понятненько. Давай-ка заново, блин, потому что я в любом случае уже никак это не успею. Короче. Это еще более невозможный хардкор. Во всяком случае, вишневый пирог уровень пройти невозможно. Даже если время поставить ограничение. Потому что бежать некуда. Ну, конечно же, как тут можно это успеть? А, это вот этот монстр из Дума, по-моему. Ха-ха, еще и улыбнулся в конце. Да блин, как эти уровни можно пройти, я не знаю. Даже снятие это времени не поможет тут. Ладно, давайте посмотрим еще уровни. Да, прикольно. Описание, в принципе, тоже на поправке чуть-чуть есть. О, дождь идет. Дождь, офигеть. Дождь добавили, обалдеть. Опять шкаф запертый, но нам деваться никто. Ого. Ух, убил кого-то. Я надеюсь, он не будет вниз спускаться. Да вы что? А как это возможно пройти? Как возможно пройти этот мод? Любой уровень невозможен. Давайте следующий проверим. Это короткое будет видео, потому что я не знаю, что делать. Мы просто посмотрим. Что тут интересного? Ссылочка на модификацию будет в описании. Если кто-то... Это что сейчас было? Я не понял. Офигеть, моргающий свет сделали, обалдеть. Ну, ни в каком уровне, видимо, шкаф нельзя попасть. Да какого хрена? Что за бред? Какой-то пипец вообще. Это вообще возможно или нет? Следующий. В этот раз, видимо, еще для того, чтобы сработала какая-то пакость, надо... Опа. Кто-то сдох уже. О,
Ой, это что сейчас было, блин? Видно, что это более такой хардкорчик. И это не хардкорчик, это... Это impossible, а не хардкор даже. Опа, это что сейчас было, блин? Опа. Чё это? Чё такое? Нет? Да вы что, издеваетесь надо мной, что? Как такое возможно? Переделка. А переделка нам же вообще не нужна. Бутерброды из консольной версии здесь есть. Так и здесь нет туалетной бумаги. Короче, как я вижу, это невозможно пройти. Ни один уровень невозможно пройти. Буквально ни один. Опа, еще одна анимация. Три анимации, походу. Ну и последний уровень посмотрим. Также убедимся, что его пройти невозможно. Ни один уровень, походу, невозможно в этой игре пройти. Если только с читами. Ну, может быть, и возможно, но мне кажется, что нет. Двери в доме соседа светятся, и это я вижу. Опять шкаф. В шкаф нельзя спрятаться ни в одной, видимо, серии. А, вот в мешках можно спрятаться, обалдеть. Ну, как это выглядит? Так, убил кого-то сосед тут. Обалдеть. Это просто жесть какая-то. Обалдеть. Как он тут быстро бегает. Это же вообще невозможно пройти. Вы что, совсем с ума что ли сошли? Это просто невозможно пройти. Ну, давайте пакость какую-нибудь сделаем. You will die, mortal. А, холодильник пустой. Может, сюда это? Нет. Канистру? Нет. You will never. You weak, pathetic fool. Ого. Вот это сила идет. Ну, видно, что это невозможно пройти. Давайте сдохнем, потому что это невозможно никак. Сейчас он опять превратится в монстра из Дума. Обалдеть. 20%? Как это так? Звуки, конечно, прикольные, и вообще все, короче, прикольное, но пройти эти уровни просто невозможно, походу. Что ж, в общем, вот такая вот была модификация. Интересная, довольно, но непроходимая. Мы на нее с вами взглянули, и скажу, что всем спасибо за просмотр, с вас лайк, подписаться с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу ВКонтакте. Ну и на вот эту группу тоже подписывайтесь. Всем пока.